Всем привет! Вы на канале CryptoBlue, где мы разговариваем о мире криптовалюты, о новых технологиях, ISO, IO, DeFi и о многом другом. Сегодня поговорим о такой компании, как CBT. Итак, переходим на сайт communityboostingtoken.com. Это самая доступная платформа бизнес-услуг в Южной Африке, предоставляет токен Community Business Token. Получить наш токен уже можно сегодня. Предпродажа закончится через 15 дней. Это уже четвертый этап. Давайте немного о самом токене. CBT обеспечивает прозрачную и стабильную торговую платформу в интересах как поставщиков услуг, так и продуктов, также их клиентов. DigitalFlyer наряду с CBT – это больше, чем просто бизнес-листинг или рынок. Он финансируется, обновляется и поддерживается бизнес-сообществом и бизнес-членами. Предполагается, что каждый бизнес, малый и средний бизнес и стартапы будут использовать DigitalFlyer, и это цифровая торговая и бизнес-платформа обслуживания и питания от токена CBT. Почему? Именно ТОС. Введение и фокус CBT заключается в том, чтобы позволить любому типу обществ, общественного бизнеса вступить в цифровую эру ведения бизнеса, в то время как финансирование общинных проектов для подъема и подъема. Общественные проекты. Финансирование ТОС в основном отмечается для различных общин проектов, включая школьное образование детей, поддержку общин, здоровье общин и навыки предпринимательства. Платформа бизнеса и маркетинга – это не только то, что будет сделано в будущем, но и расширение существующей и растущей бизнес-платформы. Тут это не будущая плановая концепция, а живая и растущая общинная инфраструктура. Отдача от слова «гол». Структура реферальных бонусов является вариантом гарантии денежной защиты. Токены CBT Markets имеют возможность зарабатывать еще до закрытия ТОС. Можно перейти на сайт, открыть белую бумагу, книгу и более подробно изучить данные этапы. Этапы ценообразования и продажи. Здесь разделено на пакеты, такие как бронзовый, серебряный пакет, золотой пакет, VIP-пакет и элитный пакет. Бронзовый пакет начинается от $50 США. На данный момент идет четвертая продажа, заключительная, которая закончится уже 28 февраля и будет 3% бонуса, 500 бонусных монет. Серебро начинается от $100 и 1000 бонусных монет. Золото $200 и 2000 бонусных монет, VIP $500, а золото и серебро 1000 бонусных монет, золото 2000. И элитный пакет уже представляет собой 5000 бонусных монет. Но предупреждаю, переходите на сайт, открывайте белую книгу, ознакомляйтесь с ней, только после этого делайте все свои инвестиции. Сами принимайте решение, стоит или нет. Данный обзор мы закончим. В следующем видео продолжим разговаривать о данной монете. Подписывайтесь на мой канал, на мой телеграм-канал. Все ссылки я оставлю в описании под видео. Всем спасибо за внимание. Всем пока.